А тоже на мелиорации? На остановке. Так, да. А, мы ездили, да? Я от себя съел на остановке. Но он же тут я услышал, не дам быть. Вода или не тут? Нет, это вода, она все закончена. Она такая, видишь, как приятный цвет. Откуда такая вода? Из батареи? Из батареи, да. А вы смотри, вот они прыгнули, да, и что вот сейчас? Штукатурку посыпали. Я же тебе говорю, он может фуршировать из того, что у нас постоянно прыгают здесь. Как бы здесь надо узнаваться, разбираться. Ну, ты дальше обходишь, чтобы упор на меня лёг. Выровняйся, что ты слишком сильно на это надо. Выровняйся ровно, чтобы твои точно ноги на ноги с моей головы находились. Выровняйся, да, точно. Не понял, Все нормально. Тяжелый, да. Не, ну так не тяжелый, но все равно. Даже меньше 10 килограмм. Ты что заметил? Прощение? Как? Смету. Я понял. На что? Я понял, по своим, да? Все. Так, теперь смотри. Теперь следующее. Давай, вставай спиной сюда. Я встаю на тараканье, даю тебе ногу. Ты максимально ногу, одну, вторую, ты максимально пробуешь мои ноги поднять. Я буду руками так стоять. Смотрим, до какого мы поднимаемся. Может быть, мы поднимемся аккуратно, чтобы я на руку вставал. Чтобы у меня, получается, у меня голова будет уклоняться вниз, а ноги подниматься вверх. Вот. Так, вот давай, чтобы мы туда попали. Да. Тихо, стой. Я стою по тараканам. Раз, два, да. Потихонечку поднимай. На себя тяни, на себя, да, конечно. Не заваливай еще. Даже на себя тяни, на себя. Да, давай. Стой, опускай. Ножка, раз, ты прям смело отпустил и все. Так, давай, пробуем. Тяжело, да? Пробуем. Голову вниз и клоняй. Голову вниз. Идея должно быть вот здесь. Ну я понял, то есть попробовать шагать. Да. Так. И вытянуть. Здесь надо спину, плечи. Очень так серьезно. Ну, кстати, что смотреть? Нормально, идеально. Не надо, достаточно одной стены. Но это потом, либо домашний, либо там. Здесь чуть похоже. Так, следующий теперь. Опять ложись ко мне головой. Нет. Тебе надо сохранить положение. А мне надо будет попробовать. Тебя ноги, на тебе надо напрячь ноги и живот, надо будет попробовать тебя поднять, как ты стоишь, как ты лежишь, как поднять. Молодец, мне нравится, класс, супер, класс, молодец. Что ж такое? Достаточно.
Ну, это надо рывком пить, надо прям раз поднять. Давай. А, значит, это наша биотека в тебя уперся ногами. Так, ну ладно, сейчас повторим. Если я в тебя упрусь, ты не, ну, ты скользил. Сейчас давай так попробуем сначала. Смотри, прям надо. Или ситуация отправил, как муфу уже. Ну да, скользит. Давай. Оп! Значит, помог, ложись, давай. Ой, маленький ворот, вообще неудобно. Лицом, оставь, перевернись. Ногами ко мне. Куда отодвинься? Давай, головой убирайся. Блин. Да, вот тут неудобство. Так, ладно, ноги вместе, да, давай. 2, 3. Опа! Ну да, потому что подтягиваешься. Так, давай. Кстати, интересно, просто знание нажимал зала совершенно другим, что они работают, если не а время просто по-большому, а они там что? Может, какой-то замысел? Поехали. Давай. Заговор, рептилоид. Давай, понеслась. Я уехал сюда. Нас переборол. Ну да, не очень удобно. Вот ты повыше ножки. Так, ладно, следующее. Скользко? Значит, придумай, что мне на 5 или так вот три раз. Вставай где-нибудь так, чтобы ракурсы были видны, чтобы все как видно. Еще лучше, знаешь как, вставай вот сюда, чтобы ты не подкрался там сзади. Встречай. Первое, да? Попробуй пальцем. Какой-нибудь.
А ты видел его, эти габариты? Ты-то вообще помнишь, Артема, габарит по линии габаритного. Давай, аккуратно, Петр. Разогрейся кулаками, нет? У тебя пульс там что-то изменит? В этот момент можно изменить? Разный взял. Нет. В принципе, с кулаком тоже, да, встает. Конечно, фига себе, там же лазили и лазили. Не будет лазить. Давай. Бензин сопьет. Пульс там. Сила в колонии сожгла. Так, теперь нам надо идти. Байком наверх. Бальком наверх, да. Успокойся, Артём, это ладно. Короче, я буду прям дырку. Батарея. Надо спуститься, подружиться с ними. Золотой с дождем. Я не из-за кого беспокоюсь. Наташа Унеза, да? Значит, возможно, смысл такой. 7-6. Нет, это хороший. Не 120, а 200 из-за того, что на пальцах упали. Просто когда мне так говорят, Артём, сам слабость показывает. Я не разный. Я же не говорю, что это ты показываешь слабость. Кто там, кто говорит, показывает слабость? Я просто... Я ноги сняла. Правильно. Потому что перед рассветом всегда тьма сгущается. А твоя доброта — это как бы рассвет твоего зимнего или света. Всегда будут рисовать, всегда будут напрягать, всегда будут провоцировать, чтобы ты показал свою ярость. Зачем? 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 Он начинает лететь ланшом, да? Нет, я сгибаю там, что я не могу взлетать. Я сгибаю. Тихо, держу, нормально. Музыка какая? Новое Рио, как яйца которое, а в ней простой пионер. Что ты за блондиновый стоит в салоне? Все, всем здравия. Что, до завтра? До послезавтра? Я думаю, как послезавтра. Когда конец? Аккуратненько. Меня ребенок спрашивает, когда понять, когда конец. Ну, 20 лет, как конец чего, тренировки? Нет. А чего, жизни? Когда понять? Тебе не нужно, это бланш, понимаешь, там группировка не нужна. А? Есть группировка. Ты летишь? Вот в этот момент ты должен вырвать. А, вот ты прочел. Все на турнике. Сейчас я кач попробую. Ты, Никита, ты не успеешь, умеешь кататься? Я вспомнил. Ты не успеешь, умеешь кататься? Вот. Тебя как зовут? Слушай, ё-моё, я Никита, прикольно делаю. А кто у нас взял, похож Никита? Другой половинок, почему? Андрюха, ты ему все не видишь, когда как ты понимаешь, когда ты подаешь в баланс, как ты понимаешь? Из-за привычки, да, ты понимаешь, когда можешь украсть, как ты понимаешь, когда ты понимаешь, когда привычка выйдет. Понятно, все, поехали, не пейся, давай. Скинешь мне материал? Материал. Скинешь мне координаты. Ты мне музыку скинь. А ты мне материал. Рыжкову. Ну вот, берёт сектор, не отожмёшь, не берёшь. Всё, я ещё
Да, я могу. Ты отжимаешься? Ну, чуть-чуть. Сколько ты отжимаешься? Нет, стойки. Один. А вот тебе 20. А ты чё-то отжимаешься? Так, в сторону. Я умею. Я не знаю. Отстрой. Давай. Давай, хотя бы солнышко, можешь давать? Нет, пускается. Пожалуйста, смотри, если хочешь выпускаться, я раньше опускался. Я тебе не держал, смотри. Это хорошо. Так, следующее у нас. Следующее волшебные пальцы. Волшебный палец, да? Но левым у меня так и не получилось. О, да. 360 не можем. Ой, смотри, я сейчас сделаю отжимание. Ну, все покажешь. Ну, они толстые, они туда залазят и застревают. Они даже еще и короче. Вот именно тебе удобно, я рычаг у меня смотрю. Понял. Так, а вот смотришь, давай. У нас он никуда, это же Артем говорит, идем. Оп, смотри, что творит. С кровати поднял такой. Подъем! Причем не важно, кого-то. Все, все, соберись. Давай, левый тяжело. О, смотри, пойдем. Молодец, давай. Как он стоит? Как он стоит? Ты там сгибаешься? Меня вообще тонкий, я сейчас сломаю. Я тоже, я хочу, чтобы палец сломается. О, смотри, левша. Левша, правый. Правой рукой. Да. Нет, левый вообще болит. Вообще наглый болит. А ты смотри, раз короче, ладно, так. Нет, ну это нет, вот именно, что у тебя они короче и толще, тебе удобнее. Вот я не знаю, почему у меня вот эта штука произошла, потому что я его выгибал туда. Попробуй наоборот. Вот как себя сделаешь. Так, так. Можно и так, и так. Артем сказал, что очень хорошо. Вот так ты просто взял, я еще могу понять. По классическому варианту. Нет, тяжелее, когда вот так вот. Почему я сказал, что он вам потом не почистил? А вот так это вот делал, как сказать, подобно. Что делать будешь? Схватывается, да. Я покажу.
еще один тоже такой треугольник. Погнали. Подожди. Николай. Снимай семер. Пожалуйста. У меня еще одна попытка. Снимай. У меня еще две попытки. Я две попытки. Давай, все. Идите, два раза. Что вы? Вопрос. У меня две попытки. Я просто не чувствую. Там, где я направо руку, я чувствую, что у меня, ну, это конструкция здесь вообще. Перебив сухожилие. Вот так вот ничего поднять нереально было. Ты поднимаешь, а у тебя просто вываливается. Ну, он как, не знаю, на фиксацию. Он насколько тянется, да? Насколько слабая. Вот же одну жилу достаточно перебить и все. Когда попадаешь молотком по пальцу, надо его обязательно... Тихо. Молотком попал, что ли? Тихо. Нет, тут кусок молотка именно облетел. Кусочек от железа. Вот острая часть молотка делали болты для погрузчика. Взял диски, собирали. Нагрели горелки, поставили молоток квадратным бойком на пол, а острием ярачили по нему кувалдой и прессовали, чтобы он посадочное место встал. И вот кусочек где-то сантиметр на миллиметра три отскакивает, и сюда как лезвие просто в руку залетает. Так как нет, струйка крови.
заболевал. Что такое не повезло? Да, инфекция. Именно прямо вот молоко. Бля, молока кусок, прикинь, железа отлетит. Да, именно молоток стал. Железный человек, у меня здесь кусок молотка. А у тебя до сих пор остался? А что его не вывезли? Не знаю, не мешает. Он зарос уже. Чувствуешь там вроде, что он там есть. А что не вывезли с утра? А где? На работе это было? Никто это не делал. Ты юный был? Технику приучился. 18-19. Поверь мне, буквально лет через 20 ты будешь радоваться ходить в школу. Вокруг вставайте. А вы слышали, как домашнее задание?
Подожди, для тебя осталось 2 минуты. Поставили правую ручку друг другу на спину. Правую ручку друг другу на спину поставили. Двигайся, Сергей. Мне 33, я учусь. Поставили. Подняли. Подняли правую ножку. Но не будешь учиться. Правую ножку подняли. Держим. Держим. Поменяли ножки, поставили правую ручку на пол, левую руку на спину товарищу, другу, брату, соратнику. Соратник. Подняли левую ножку. Куда ты меня толкаешь? Толкаем. Держимся. Держимся. Да, читер красной майки. От стены отойди. От стены отойди. Читер. Поставили. Молодцы. Молодцы. Тихо. Встаем. Так, Зоша. Хитрец. Поставили левую руку на плечо другу. Ага, высоко, да, это правая. Левую руку на плечо другу. Левую. На пояс так давай. Поставили левую руку на плечо другу. Левую руку на плечо другу. Левую руку. Правую пусть висит. Левую руку на плечо другу. Да. Может, это грибной друг его. А теперь подняли левую ногу, коснулись правой рукой. Да, держим. Все смотрим в центр у нас ножки. Все в центр смотрим. Коль, ножку вытяни. Ну ничего страшного, что за Держим. Стерлись. Держим. Еще. Держим. Пишут по краям. Поменяли. Чем можем по краям? Ты держи, ты убил. Я знаю, что сейчас по краям. Правую ручку поставили. Теперь по команде, по общей команде, стоп. Правую ручку поставили на плечо другу, левую ножку подняли, правую ножку подняли, левой рукой коснулись правой ноги. Держим. Трудно, Вере, трудно. Зачем ты ногу коляну прям под лицо суешь? Она в центре рисовать, не надо, не балуйтесь. Ну, сейчас вот цыганского фофана вот тебе сделаешь. Жесткого надо поставить. Вот и пока нога вот так. Тихо. На расстоянии вытянутых рук отошли, чтобы головушки не касались друг друга. Пальчики вот так вот, пальчики прям раз. Ушки стороны. Теперь самое интересное, самое последнее. Тихо, нет, стоп. Подготовились? Сейчас садимся на лошадку, садимся. Сели. Раз. На стульчик, спинку прямая. Держим. Пониже прям. Спинка прямая. Да. Ручки подняли. Садись, Руслан. Тихо. Дим. Спинка прямая. Ты не на корточке сядь. Руслан, поднимись, спинка прямая. Дима, Коля. Парни, Андрей, все поднялись. А ты над дырявыми носками смеялся. А ты над слабыми ногами смеялся над своими, что не можешь так сидеть. Спинка прямая. Дима, садись, сели. Так интересно это, да? Ты-то прямая спина, что ли? Держим. Подъем. Так же держим пальчики. Ручки вверх подняли. Тянем вверх. Прям пальчики так делайте, пальчики, да. Видите пальчики. Пальчики не делись, да, о, тянем вверх. Как бы вы сцепились вот так. Тянем вверх. Молодцы. Стоп. Развернулись спиной. Последнее осталось. Также пальчиками взялись. Также пальчиками. Вот. Ладошки, да. Вот так. Вот так ладошки. Вот так. Все, Коль, покажи. Все вот так сделали, как Коля показывает. Вот так, у вас по ладошке тыльная сторона смотрит сюда. Нет. Тыльная сторона смотрит вот сюда. Вот так. Дим, не балуйся. Иди, тут наши СПП осталось. Вот. Так, молодцы. И последний, мы сейчас делаем мостик. Надо друг друга нам увидеть. Нам надо друг друга увидеть. Стоп, тихо. По общей команде начинаем выполнять упражнение. Не падаем. И начать выполнение. Раз. Руки не разжимаем. Держим. Вы что
что такое за зуб, я не понял? Что у вас, кто у вас пердуны появились? Да. А? Кто пердун? Я. А что ты Я не пердун. Тихо. А что вы даете звуки такие вонючие? Звуки вонючие. Поехали. Еще раз, последний раз стал, парни, спокойно. Стой, Руслан, возьмись правильно. Да я шучу. Это ты издеваешься.